Всем добрый-добрый день из домашнего питомника Костропула, 9 мая. И всех с Днем Победы! Ура, ребята, ура, с Днем Победы! А это наши девочки гуляют и веселятся, очень рады меня видеть. Так, вот такой у нас флаг, вдобавок к российскому. Вот такой. С Днем Победы. И, конечно же, вот такой. Так, давай, лети. Ветра нет. Ну и хорошо, что нет ветра. Вот такое вот веселье, веселье. Энька, ты что там подкидываешь? Ну, моложука какого-то. Что, Марусина, Марусина. Вот они наши веселушечки, девушечки. Да-да-да, где моя Анжела? Фанта, иди сюда. Артемида, идите, мои девочки, сюда, гуляем, гуляем. Вот так веселятся девахи. Да, красотка. Красотка-ракушечка. У нас, ребята, сегодня самый серьезный праздник в стране, в семье, с Днем Победы всех. А также у нас новости невероятные. Поэтому оставайтесь на нашем канале, чтобы их не пропустить. Они очень-очень-очень-очень даже важные. Новостей много. И я надеюсь, вы будете так же рады, как и мы. Так, ну что, девочки, заходим? Заходим, давайте, девочки заходят, и я выпущу мальчиков и ребят. Давайте сюда, в домик. Чистенько, тут бабушка им намыла. Заходим. Ой, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Так, мои красивые, наконец-то погрызанные растения начинают расти. Выходим, выходим, выбегаем, вылетаем. Выбегаем, вылетаем. Всем теперь привет от следующего захода. Да, да, мерси, 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 привет. Так, ну что, ребята, быстренько все сделаю в одном видео. У нас сегодня очень такой серьезный день, еще раз, потому что праздник. Вот, конечно же, мы его празднуем и всех поздравляем. Я думаю, что все, жившие в Советском Союзе и на сегодняшний день в России, в дружественных странах, празднуют этот праздник серьезный, важный. Всем еще раз мира, добра, самое главное, мира и взаимопонимания в семьях, в стране. Между всеми людьми взаимопонимание. Взаимопонимание, уважение. Не надо любви с людьми, которых ты не можешь любить, но уважать чье-то мнение, даже своего нелюбимого, как у многих бывает, соседа. Я не говорю страны соседа, я говорю непосредственно каждого соседа, чтобы никогда не было недопонимания. Пусть будет мир не только во Вселенной, это само собой, во всем нашем мире, но и также даже просто в семьях, и не было никогда разногласий. Это очень-очень важно. Так, ну что, гуляем? И у нас очень серьезная новость, о которой я вам сейчас расскажу. Во-первых, от нас сегодня уезжают ребята. Это наш чемпион Карадак, вот этот вот прекрасный малыш, который веселится со своим братишкой Артекушкой. Артекушка у нас тоже, как помните, нашел свою семью, но поедет другим рейсом, потому что у него другое направление. Вот. А сегодня от нас, из вот этих детей, которые у нас гуляют, уезжает Карадак. Едет он в Хабаровск. Вот. Вот такой вот веселунчик. Привет семье. Да, вот так вот. Да. Ты грязнуля. У нас тоже, ребят, не холодно, но погода так подпортилась. Да, ветерочек, кстати, поднялся. Я хотела флаг показать на ветру. Угу. Так, что? Привет, мой мальчик. Это у нас Босфорик, который продолжает искать папу и мам. Им завтра полгода, вот этим белым мальчишкам. Это Байкал, это Босфор и Биюк Янышар. Продолжают искать папы и мам наши прекрасные, красивенные, нереальные мальтипу. Мини Мерсик и его сестренка Джинни, Ламборджини. Так, вот, вот видите, опять тягает за уши. Папа Купидон провожает
своего сына и воспитывает заодно. Итак, ребята, у нас новости. Новости очень важные. На. Очень-очень сейчас вы будете удивлены. Ну, не удивлены, удивляться тут нечему. Каждая собака в нашем питомнике находит свою семью. И сейчас вы узнаете, кто это. Барабанная дробь. Так, ну как можно не показать эту веселую игру беляшей. Маратик играет с Биюком и с Байкалом. На! Итак, еще один щенок нашел свою семью. И сегодня от нас уезжает в новый дом. Это барабанная дробь. Мальчик. Это. На! На, Рахат! Вот этот вот красавец Рахат Лукум нашел свою семью и сегодня уезжает в Москву. Поздравляем владельцев с таким прекрасным решением приобрести вот этого замечательного, умного, уже подрощенного, да, вот так вот здесь все вкусно, красавца, шикарного, умного. И это еще не все. Рахат Лукум едет не один. Он едет еще с одним нашим выпускником, которого предварительно тоже купили. И вот решили сразу, чтобы была пара такая. Да, пара в разном возрасте, но это не имеет никакого значения. Рахатик у нас очень такой благородный парень. Поэтому я уверена, что они прекрасно будут жить вместе с Рузилем. Вот такая вот у нас, ребята, сегодня для вас чудесная новость. Для нас она была вчера новостью, но сегодня я с вами делюсь. Рахат, на! Рахатик любит играть, на, скорее, Рахат! Рахат Лукум, поздравляем тебя, солнышко. Ну, а его сестренка, красавица Ракушечка, продолжает искать свою семью. Уже где-то через недельку у нее закончится течка. Вот, и она уже может переезжать в новый дом. Поэтому, если вы являетесь владельцем нашего выпускника, для вас будет прекрасная скидка. А так, девочка на сегодняшний день продается за 80 тысяч рублей. Красавица, умница. Также у нас есть вот эта девочка. Это Пелагея Елисеевна. Так, тут вот она гуляет. Малышка продается за 80 тысяч рублей. Она продавалась за 70, но цена, ребята, возрастает. Девочка красавица, ушки торчком. Правильная, ровненькая. Поэтому, кому интересно, пожалуйста. Так, Ерема. Еремик. Ты, Ерема, привет. А ты что тут делаешь, Еремка? Да ты все там, тебя обижал кто-то. Ой, ты, боже мой. А что мы такие? На, смотри, что я тебе дам. А что я тебе дам? Давай, давай, погрызи морковку. Ты хороший, он веселунчик, очень хороший мальчик, так, сейчас будет охранять. А он еще тот, у него характерец отличный, да, Купидон? Что вы мне Ерему закрыли, Ерема там морковку жует. Так, Арпи прибежала, на. Вот, все, 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 пошли толкаться. И Ерему там завалили. Ерема очень ласковый мальчишка, тоже в продаже. Вот этот рыжик короткошерстный. Смотрите, что они вытворяют. Что они творят? Ерема, бери морковь и беги. Очень ручной, на ручке всегда идет. Хороший мальчишка, кстати, очень дружелюбный. Да, что, замерзли уже немножко. Надо побегать. О, боже мой, бам-тарабам. Вот такие веселые. Видите, как классно, когда собаки общаются. Что-то там еще друг другу рассказывают, да? Эй, сестренки. Вот такие вот у нас новости, ребята. А также от нас сегодня уезжают еще несколько щенков. Ну, я зайду уже в ясли. Это ясли наши начинают разъезжаться. И сделаю отдельное видео. А пока рассказала об этих ребятах, об этих новостях. Здесь у нас стоят, поджевывают травку Мерсик и Ламборджини. Посмотрите, как у них отличается окрас. Мерсик такой прям потемнел, а Ламборджини наоборот. Но он позолотел, а Ламборджини наоборот пшеничная. Ну, нереальная красавица. Опять же хочу сказать, для владельцев наших выпускников будет не просто маленькая скидка, а будет хорошая скидка, поэтому подумайте. Очень хорошие дети, воспитанные, шикарные просто. Ну, на любителя, мальтипу, конечно, каждого. Да. Давайте покажу вам красавца Босфора. Это мини-мальчик, завтра 6 месяцев. Маленький, красивенный. Вот, в принципе, вот одному 6 и другому 6, да? Разница, я думаю, заметна. Это наш папочка.
папулечка. Грязь кругом. Кушает морковушку. Папулечка многих наших деток. Тарантино, любимчик. Воспитатель такой, так воспитывает детей. Да. Артекушка. Красотунчик. Да. Шаманчик. Еще раз Босфорик. А там какое веселье. Ну, прекрасно. Веселитесь, мои золотульки. Ой, ой, ой. У нас скоро будет большое переселение. Сейчас у нас детки поуезжают. И у нас будет переселение. Но нельзя. Аккуратно. Стопни. Да ты что? Да ты что? Всех завели. Веселье, веселье. Ах ты ж Байкал. Твой Купидон. Вот он любит Купидона. Он ему в рот все время лезет. Отгоняет от Купидона. Мой Купидон и все. Никого не подпускает. Представляете? Это надо только видеть. Да? Купидончик, он любит тебя. А, Карушка. Привет. Вот такие вот дела. Так, ну что, ребята, всех еще раз с праздником Великой Победы. Всем мира, добра. И пусть исполняются все ваши самые добрые, заветные желания от всей души, от нашей семьи Костропула и нашей стаи. С праздником и с уважением.